Полгода назад на этом месте был пустырь. Теперь набирают силу 25 тысяч кустов томатов. Отечественные голландские гибриды, новоселы и еще одного гектара теплицы, построенные по технологии «Светокультура». Такие современные комплексы есть далеко не во всех регионах. Высота помещений почти в два раза больше, чем в обычных теплицах. Полив и подкормка полностью автоматизированы. В теплице поддерживается определенная температура, влажность и освещенность. Световой день здесь длится 20 часов. Как только на улице становится пасмурно, автоматически включаются лампы мощностью 200 ватт, которые полностью соответствуют солнечному свету. В такой теплице и урожайность будет в два раза выше. Планируют собрать 70-75 килограммов томатов с квадратного метра. В таких тепличных условиях сеньор помидор активно идет в рост. Сейчас мы видим по томатам состояние прекрасное. Начинается скоро цветение первой кисти и завязка будет плодов. Плюс завозим на следующей неделе для опыления шмелей. Первый урожай этих томатов попадет на рынки и прилавки магазинов уже в середине ноября. Плодоносить культура будет до конца июля. Площадь высокотехнологичных теплиц в Самаре уже 6 гектаров. И останавливаться на этом не намерены. Отечественных производителей поддерживают. В стране программа утверждена правительственная. И тепличникам, в том числе на новой мощности, которая вводится, до 20% государство компенсирует затраты для того, чтобы мы стабильно круглый год имели свой продукт. Эта технология позволяет. Самарские огурцы, томаты, салат, базилик и другая зелень даже зимой прямо с грядки. Поэтому витаминов в них в разы больше, чем в привезенных из-за рубежа. В будущем по соседству с овощами могут появиться и тепличные цветы. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.